Да, вот какой-то азиатский сайт. Что это такое? Сейчас будем выяснять. Так. Похоже на... Костя. А? Канди. Откуда? Посмотри, Джон. Корея. Корея. Южная Корея, да? Какая стамеска. Ля, ну смотрите, ну походу стамеска входит в тренд. Уже вторая. Такая у турков. Так, это я так понимаю. Ну, вот так вешается, да? Ага, открыли. Sorry. It's okay. English? Yeah. А what is this? It's foreign crap. Right, you can see. А, вот. Все. Я даже не сказал. Пальцы сборник сразу с... Ну, пальцы сборник больше. Только... А, из трудного ловика. Ну, а зачем такая сложная конструкция? How much is it? 12 долларов. Ну, вот. Типа так легко моется. Кормушки, да, что у них какое-то сложное пчеловодство. Вот это вот, что это? Собиратель или ловитель. Это мой, восковой. Что это? Восковой перезвонит, восковой. Вот это работает в клубе. Оно поставлено. Вот оно, сейчас разберем, посмотрим видео. Да, она быстро-то очень полезная. Какие-то полезные штуки добавляются. Короче, все понятно, что ничего не понятно. Хотелось бы вам показать, как интересно продается мед. Да, Андрей, расскажи. В общем-то, мед находится вот такой вот стик. Подожди, ну. Это реклама for you. Это открытая, вот возьми. Вот, да, вот эти стики, он this box. Вот. This is come, yes. Смотрите, да? Очень дорого смотрится, но реально. И вот смотрится закрытое, да? Красиво. This very well. А вот как оформлена его презентация. Это вопрос о том, как можно продавать мед по-другому. Thank you. Thank you. Thank you. Вот, и сразу нас угощают чаем, да? Имбирный чай, я тебе скажу такой. Хорош. Ох, energy. Ох, елки-палки. А ну, скажи, имбирный чай. Мне нравится. Блин, так горло дерет так, что... Ну, а ну, дай мне слезно пробовать. Налей мне воды. Извините, пожалуйста. Вот как оформлен стенд. Посмотрите. Человек на выставке, у него тут постоянно кто-то тусит. Накидал цветочков, перепаковал мед. Вот такие вот замечательные штуки. И вот, пожалуйста. Так, а вот Аргентина представляет свой стенд, свой мед. Это один из лидеров мировых, который опережает Украину пока. Иногда опережает, иногда нет, но не помню. Ну, короче, один из лидеров по производству меда. Что у них есть, что у них есть. У них мед есть. Ну, не будем мы пробовать меда, я уже не могу его пробовать, уже наелся. Ну и
1000-1000, они сбыт, походу, здесь рекламируют себя. Ну, вот так они представлены. А вот еще раз по поводу упаковки. Посмотрите, как дорого смотрится вот такой вот подарочный набор. На, а нет, откуда это? Китай, походу. Ну, похоже на Китай. Кыргызстан. Или Кыргызстан, или... Ну, кстати, Кыргызстан. А вот, смотрите. Не уронили. Да? Вот такой. Один молодой человек, поломай. Здравствуйте. Кыргызстан, да. Смотрите. Вот так вот. Дорого продается этот замечательный продукт. Сколько стоит? А сколько такой набор стоит? Приблизительно. Сколько? Сколько стоит? How much? $400. $100. Just такой one набор. $400. Just one package. $400. А, $400. Класс. Вот так вот, упакуйте мед. $400, пожалуйста. Так, а вот... Собирается ловить рой. Я думал, он сейчас раскручивает. Кого? Ну, понял, как вот это. А, вот как. Смотрите, как все. Просто вот на шесте поднял ловушку, да? Класс. Или такая штука телескопическая. И ловушка вон он отдал. Ну, самая высокая. Попробую вот эти дальше показать. Поднял за 2 секунды реально. Какой телескопический шест. Вот только где люди. И реально за 2 секунды поднял и ловушка уже. Мексика, да? Ты разобрался, что ли? Paper machine. Paper. Keeper. To remove the... Vox or honey? You honey. Put the frame here. And the frame. Понятно. Рамку вот эту. Пускаешь, это распечатано. Распечатано, да. For frame. 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 Yeah. Yeah. For frame. А показать можешь? Да, в середине там клинож распечатывает. А получается там вал получается с этим. А это для чего? А это сюда рамки вставляешь, это кассеты. Показывай. Кассеты для автоматической медогонки, да? Сюда засовываешь кассеты. Ага. Все, да, прикольно, да, тоже. Так, это медогонка, да? Ну что, хлопцы, какую-то линию? У нас только ручная кладь, не увезем. Там увезете, что там? Что там ей везти? Ручная кладь в билетах. Что так. Бля, смотри, какой стенд, смотри. Красота какая, посмотри. Качаем мед. О, это медовый. От обратного мед затекает медом. Это не мед, это добавки какие-то, посмотри. Он как этот блестит, как с камнями Сваровского. Вот такой вот стенд.